Легенда о королях-драконах. Часть пятая. Штурм белого дракона. Увару! Аниги! Брат! Амару! Мацури! Увару, ниса! Увару, брат! Это твой брат? Кажется, его куда-то везут. С ветерком. Ты поменьше над этим насмехайся. Это американский вертолет. Американский? Да, направляется на базу ВВС Йокота. Может быть, за ним? Как хочешь. Я с удовольствием. Лейтенант Мизучи. Вы и так слышали достаточно преступлений. Сдавайтесь. Как они мне надоели. Ну ничего, сейчас я им устрою дельце. Ну, прощайте, сосунки. Мизучи! Доброе утро, господин президент. Доброе утро, Винсент. В чем проблемы? Что случилось? Пришел факс из Японии. Террористы украли армейский танк и проехали на нем через весь Токио. Оставьте мне на письмо в столе, я потом почитаю. Лучше сейчас почитаю, потому что с этим связан фонд Маллигана. Фонд Маллигана? Я не обращаю внимания на частные фонды. И все-таки вам нужно прочитать, господин президент. Марионетка четырех сестер, как будто бы им никто не управляет. Они вообще понимают, который сейчас час? Маллигану наша база не принадлежит. Командир, когда мы увидимся снова, спроси фонд Маллигана. Почему в Японии такое мокрое лето? Моя рана в спине меня убивает. Вас ранили во Вьетнаме? Да, вот были времена. Мы могли спалить напалмом всю деревню, когда хотели. А когда видели партизан, мы их выкалывали глаза штыками. Простите. Кстати, транспорт уже готов, как вы и требовали. Прекрасно. У нас в штаб-квартире Маллигана мы об этом не забудем. Спасибо вам за это. Сначала холодно. Потом через облака меня тянут. Кажется, я скоро заболею.
Ну как, мальчик-дракон, тебе удобно? А вам как кажется удобно? Хотите из меня сделать жареный гамбургер? Он не человек. Вот, мальчик-дракон. Ведь ты же все равно ничего не поел в Цукубе. Тебе нужно хранить силы. Ешь сколько можешь. Здесь ничего не отравлено. Ну ладно, воля ваша. Спасибо, типа. А где мы? Это база ВВС Йокота, американских ВВС. Мы находимся в подземном складе для ядерных боеголовок. Ядерных боеголовок? Атомные бомбы, нейтронные бомбы, да? Оружие массового разрушения, да? Ну да. Вы врете. У Японии три принципа неприсоединения и нехранения ядерного оружия. Мы их не храним и ни для кого, в том числе и для себя. Но ты знаешь, всегда есть какая-то вторая сторона, например, ты. Откуда вам столько о нас известно? Черный дракон севера контролирует воду, красный дракон юга контролирует огонь. А ты что контролируешь? Белый дракон Запада. Если вам это известно, скажите мне. Я скоро сама об этом узнаю, когда ты превратишься в дракона. Хотите, чтобы я превратился? Нет уж, не выйдет, извините. Ты что, не хочешь знать, кто ты такой на самом деле? Кто на самом деле? Овару Риуда, мне 15 лет. Я учусь в выпускном складе. В классе средней школы. Получаю одни пятерки. Вот я кто такой. Тогда сиди и не дрыгайся. Если хоть один раз что-нибудь не то сделаешь, сможешь сдетонировать, и бомба взорвется. Ну вот. Я сдаюсь. Меня охраняют ядерные бомбы. База Йокота. Неужели все уже кончилось? А Хаджими один справится? Он выживет? Если мы пойдем толпой, они сразу нас увидят. Пусть Хаджими разбирается. Хотите развязать конфликт с Америкой? Да мне плевать, с Америкой, с Россией или и с той, и с другой. Если кто-то будет угрожать нашему мирному существованию, мы будем драться. Вот. В это мы верим. Впечатляет. Ты такой молодой? А уже такой идеалист. Мизучи-сан, вы же не можете вернуться сейчас на армейскую базу. Какие планы? Справлюсь как-нибудь. У меня нет семьи. Завтра будет завтра. Вы очень необычный человек. Не такой уж необычный, как вы. Кто идет? Сэр, транспортный самолет только что поднялся в воздух. Через полтора часа будет на базе в Кадене. В Кадене? А почему в Кадене? Это транспортная перевалочная база до Окинавы. Почему мне сразу об этом не сказали? Ведь на транспортировку ядерных оружий необходима печать президента. Президент потом все скажет. А что случилось? Зачем вы это делаете? Наша база в опасности? Это возможно. Какой абсурд. Один посторонний добрался на базу. Кто? Ну вот и драконы здесь.
Спасибо. Мэри. Да, мама. Добрый вечер, синий дракон. Что это? Куда это меня? Мы виделись в правительственном здании, и я знаю, что вы остались в живых. Я директор фонда Маллигана, подразделения Акасака, нас так не представили. Меня зовут доктор Патриция Лэнсдейл. Также вы известны под именем Леди Эл. Значит, вы знаете мое прозвище? Хотелось бы мне тогда, Синдзюко, поговорить с вами поподробнее. Сейчас не время для таких разговоров. Вы специально попали сюда под арест, чтобы познакомиться со мной, да? Боюсь, на самом деле я пришел к брату. Где он? Вы знаете, что это за комната? Это командный центр Йокоты. Это центр всех ближневосточных операций Америки. Зачем вы мне его показываете? Я хочу, чтобы вы поняли. Америка в любой момент может затянуть петлю на шее Японии. Япония ревностно хранила все свои богатства. Япония издевается над миром, потому что она так богата, идиоты. Ведь Америка держит все нити в своих руках. Не Америка, а четыре сестры. Экономическая мощь Японии скоро перейдет в руки четырех сестер. В этом вы правы. И тогда японцы поймут, какие они идиоты. Но будет уже слишком поздно. Япония миру уже не будет нужна. Как и мир не был нужен Японии, особенно беднейшей страны. Японцы растолстели под эгидой Соединенных Штатов. Они потеряли свои семейные ценности, пытаясь добраться до материальных прибылей. Вы не нация, вы просто сборище жирных, жадных свиней. Я горжусь, что я американка, а вы гордитесь тем, что вы японец? Нет. На моей родине меня много оскорбляли. Я не могу этим гордиться. Что это? Мне кажется, за мной кто-то следит. Он чувствует, что мы рядом. Неудивительно, ведь он же потомок драконов. Синий дракон, ты ненавидишь Японию, не так ли? Не нужно любить страну только потому, что здесь родился. Как я могу любить Японию, если она сейчас такая? Тогда иди к нам, синий дракон. Вы действительно этого хотите? В Японии тебе места нет, ты не сможешь здесь быть собой. Современная Япония — это общество клонов. Это так скучно. Они против тех, кто не похож на них, а ты, я не человек. Синий дракон, у меня только одна просьба. Оставьте нас в покое. Мы не хотим иметь с вами ничего общего. Это так просто, оставьте нас в покое, и мы никогда вас больше не потревожим. Мне больно, синий дракон. Где Увару? Где мой брат? Американская армия.
Я могу уничтожить ваш командный центр прямо сейчас. Мне плевать на Америку. Так где мой брат? Он на взлетной посадочной полосе, но уже слишком поздно. Они вот-вот поднимутся в воздух. С дороги! Я не буду с вами драться. Синий дракон. Что ж, он смел. Даже нормальным человеком из него получился бы хороший агент. Потомок драконов. Неужели меня везут в Америку? Там я превращусь в дракона, да? Он летит вторым рейсом, как я все и планировала. Значит, первый рейс может подниматься в воздух. Восполнил. Следующая семейная встреча произойдет уже в Америке. Король, синий дракон. Овару! Брат! Теперь нужно отсюда выбираться. Я виноват, если я превращусь в дракона. Хаджиме! На втором рейсе неприятности. Он слетел с полосы. Может быть, остановить первый? Они уже на ВПП. Скажите, что мы поднимались. Но это опасно. Это приказ. Я ни в кого не превратился. Наверное, это труднее, чем я думал. Овару! Другого выбора нет.
Брат, давненько не виделись. Овару, извини, что я тебя беспокоил. Я так рад тебя видеть снова. Как же я устал. Овару! Овару! Все наши системы отказывают. Что это? Белый дракон. Наконец-то он явился. Что за чертовщина здесь творится? Этот дракон. Он такой же, как тот, что появился в Токио. Это и есть дракон. Этот монстр уничтожит всю мою базу. Вашу базу. Белый дракон, какой ты очаровашка. Ты очаровательнее, чем в человеческом обличье. Это же я. Сузуку-кун? Извини, я в последнее время слишком много дерусь. Хаджиме! Брат! Хаджиме-сан! Вы целы? Осторожно, ветер! А где Мизучи? Только что был здесь. Наверное, нас разделило. Это Овару? Да. Третий сын в нашей семье. Ветер какой-то невероятный. Ведь это Овару повелевает ветром, правда? Ты знал, что это он хозяин ветров? Амару был водой, ты был огнем. Значит, следующий ветер. Дракон ветра. Ничего не выйдет. Ветер дует прямо в лоб, я не могу. Тогда стреляйте прямо оттуда. Я не могу на таком ветру целиться. Это спецубежище против ядерного оружия. Не волнуйтесь, нам ничего не угрожает.
Что это за звук? Эй, посмотрите! Они распадаются на части. Но это не ветер. Что это делает? Звук. Звук и ветер — это одно и то же. Оба движения воздуха. Понимаю. Что это такое? Звуковой удар. Звуковая энергия высокой частоты может даже самый твердый объект за несколько секунд рассыпать в порошок. Дракон напал на базу Йокота. Силы самообороны получили сигнал из Йокоты, СОС. Мы собираем самолеты с баз Адзуки и Мисава. Йокота, мы не можем им мешать. Технически, это не японская земля. Но, господин, а что если одна из ядерных бомб сработает? Господин генеральный секретарь, придержите язык. Помните, у нас есть три неядерных принципа. Сегодня будет долгая ночь. Внимание, база Йокота, говорит пират. Прием. База Йокота, прием. На связи. Внимание всем постам. Курс на Йокоту. Что это? Дракон прямо по курсу. Белый дракон. Это невозможно. Ведь у нас крепкая броня. Кажется, Овару сошел с ума. Амару-кун, осторожно. Теперь база ГСМ горит. Скоро все взорвется. С Йокотой в контакт вошли? Нет, к сожалению, нам это не удалось. Что, еще один дракон? Раздавил бы он там всю Японию к чертовой матери. Тогда и дефицит бюджета бы выправился. Нам придется взорвать Йокоту. Ядерная бомба? Увидев этого монстра, я понял, другого выбора нет. Но мы не можем. В Йокоте живет 20 тысяч американцев. Это просьба четырех сестер. Если вам интересно остаться в Белом доме еще на один срок, дайте свое добро. Так точно, господин президент, я все понял. Капитан, готовьте мстителей и вооружите их ядерными боеголовками. Когда все будет готово, бурых медведей пошлите в Йокоту. Неужели у нас теперь приказ на то, чтобы стереть Йокоту? Там дракон. Его нужно уничтожить.
Уничтожать своих людей? Я знаю, это мой долг. Но какой ужас. Ветер все сильнее. Он и не собирается утихать. Смотрите, пожар теперь повсюду. Это военные бараки? Это их общежитие. На базу мне плевать, но я не хочу, чтобы уничтожен был город. У этого города всегда были проблемы с базой. Как же нам погасить огонь? Как? Да для этого нужен целый ураган, чтобы он задул пламя. Нет, брат. Ты прав, Цуцуку. Ураган уже тут. Что? Амару, только ты можешь погасить огонь. Как? Ты черный дракон севера. Ты хозяин воды. Но если я стану драконом, я вызову дождь, да? Именно так. Мы устроим настоящую грозу. Аовару станет человеком, если я погашу огонь. Я не уверен в этом. Но если мы не погасим огонь сейчас, погибнет много невинных людей. Подождите! Неужели он должен рисковать жизнью, чтобы стать этим драконом? Разве не это происходит каждый раз, когда вы превращаетесь? Ты права. Значит, ты хочешь, чтобы Амару пожертвовал собой? Так было раньше. Но, кажется, я что-то придумал. И все же Амару должен быть готов к худшему. Амар, ты согласен на это? Амар, тебе решать. Если ты в чем-то сомневаешься, скажи сразу. Хаджими, я согласен. Хорошо. Но боюсь, принимать решение все-таки мне. Зову тебя, черный дракон севера. Вот приказ. Синий дракон, утихомирь белого дракона. Приведи хаос в спокойное состояние. Сделай это. Да, господин, я сделаю, как вы приказываете. Амару, мы никогда не расстанемся. Не только Амару рискует. Хаджими тоже в опасности. Хаджими сам решил проверить свои силы. Хаджими-сан станет драконом? Нет. Он главный из драконов. Он пытается понять, как контролировать братские силы. Когда я был драконом, Хаджими сделал меня человеком. Он приказал мне вернуться. Сегодня все наоборот. Брат, меня уносит. Ничего, так и нужно. Амару, закрой глаза и расслабься. Представь себе, что ты дракон и летишь по небу. Пусть твое сознание покинет твое тело, пусть душа твоя поднимается выше к небесам. Лети. Почувствуй, как тебя зовет мир. Лети выше, расправь крылья, открой сердце. Поднимись в атмосферу. Подчини ее себе. Хаджими, какая-то жуть творится. Кажется, сейчас взорвусь. Брат,
Амару. Приближаемся к Йокоте. Увидев дракона, сразу же пустим в ход ракеты. Вижу цель. Их двое. Вперед. Неужели вся эскадрилья бурых медведей погибла? Откуда они? Адские чудовища? Всадники апокалипсиса? Получилось. Брат, да, но что будет дальше? Огонь погашен. Но теперь начался потоп. Никогда в жизни не видела такой борьбы между братьями. Кто же выиграет? Армагеддон. Один дракон. Архангел Михаил, другой, наверное, падший ангел Люцифер. Чушь какая-то. Возьми себя в руки. Это просто дракон, ничего больше. Они невероятно сильны. Они живые орудия. Именно этого я и должна была ожидать от синего дракона. Как здорово. Он понял, что только один дракон может остановить другого. Здравствуйте, мисс Лэнсдейл. Или мне называть вас Леди Эл? Красный дракон Юга. Давненько не виделись. Какое совпадение, что мы встретились именно здесь. Фонд Маллигана, кажется, обожает эти роботы-игрушки. Брат, я сам с этим справлюсь. Молодец. И все же я выиграла, братья-драконы. Мацури-сан, вы станете моей заложницей. Однако каждый мой раз дам по фишке. Не двигайтесь, иначе ваш подростковый идол будет валяться со сломанной шеей. Красный дракон, Юга, бросай оружие.
Леди Эл. Это временная маска. Скоро у меня будет пластическая операция. Хочешь увидеть лицо, которое гладили лепестки адского драконьего пламени? Нет, не хочу. Здесь мы закончили, пошли. Извините. Здоров. Это твой брат? Гуляю по полю, смотрю, валяется. Амару. А вы-то кто? Я? Скажем так, я ваш друг. Я знаю, что я голый, но почему Амару без одежды? Я рад, что она цела. Брат, что? Все подумают, что мы сможем контролировать силы драконов. Мы еще не уверены в этом. Весь мир видел, как Йокота уничтожена белым драконом. Все прошло, как мы и планировали. Теперь очевидно, что драконы — это разрушительные чудовища, которые не имеют своего рассудка. Теперь мы отстроим базу Йокота заново, по последнему слову техники, и японское правительство нам оплатит все счета. Я был удивлен, когда увидел черного дракона. Хотелось бы мне, чтобы белый дракон оставил за собой еще больше разрушений и смертей. Один контролирует другого. Поскольку мы показали, что ядерное оружие не может причинить им вреда, нас ждут великие дела. Следующая серия. Нет, полиция пожаловала. Они что, нас арестовали? А в чем они виноваты? Мы столько всего разрушили. Давайте уйдем тихо. Но в полицейском участке случилось страшное. У Хаджима появился двойник. И он хочет взорвать все здание участка. Это мы во всем виноваты. Зачем они за нами ездят? Придется бежать. Другого выбора нет. В следующей серии побег.